победой и поем нашу любимую «Море соль». Когда он настанет, тот день, что нас вместе всех здесь соберет. Споем и станцуем на фестивале, и творчески мы устремимся в полет. Море соль, море счастья и удачи, море соль, чистая вода, море соль, мы с тобою не разлучны, море соль. Для нас бриллианты, желаем мы честной победы всем вам. Море соль, море счастья и удачи, море соль, чистая вода, море соль, мы с тобою неразлучны, море соль, навсегда. Здесь каждый любит, мы для нас бриллианты, желаем мы честной победы всем вам. Море соль, море счастья и удачи, море соль, чистая вода, море соль, мы с тобою неразлучны, море соль, навсегда. Капели ни с чем, рыб любовь оставит ей. Соль добавит вкус, да-да, с моря соль мы навсегда. Море соль, море счастья и удачи, море соль, чистая вода, море соль, мы с тобою неразлучны, море соль, навсегда. Море соль, море счастья и удачи, море соль, чистая вода, море соль, мы с тобою неразлучны, море соль, навсегда. Море соль, море счастья и удачи, море соль, чистая вода, море соль, мы с тобою неразлучны, море соль, навсегда. Молодцы! Мы на этом прекрасном фестивале. Я хочу огромную благодарность выразить нашей несравненной Раечке, которая организовала, которая сблизила всех нас, подружила всех нас. С каждым разом у нас все больше и больше друзей. Дай Бог, чтобы мы всегда были вот такие дружные, сплоченные. И спасибо всему коллективу, который работал на этом фестивале. Мы вас всех любим. Привет от Солнечной Осетии. Мы очень рады, потому что мы стали победителем. У нас три первых места. Это Павликова Полина, Кафидова Маргарита, Лашинский Михаил. Второе место у нас Андрианова Юлия. Третье место Гордеева Таня. Спасибо фестивалю. Ура! До новых встреч. Конкурс «Море соль».
это новые встречи. Мы познакомились с потрясающим, совершенно замечательным жюри, с потрясающими коллективами танцевальными из Осетии, из Ярославля, что было очень приятно. А, Мария Куницына, первое место соло, ансамбль «Ноктюрн» 12-15 лет, первое место. Вокально-театральная композиция «Я не знаю, что такое война», первое место. И почетная грамота, что очень важно и очень приятно. Василий Фунтиков, первое место. Слово, мы забрали все первые места, чему очень рады. Большое, огромное спасибо Раисе Куприяновне за организацию фестиваля, за то, что этот фестиваль есть, и мы попали именно на юбилейный 10-й фестиваль. До новых встреч! Огромное спасибо Раисе Куприяновне за такое доставленное удовольствие нам в течение вот вообще праздник получился настоящий. Огромное спасибо Оксане Сташенко за такое чудесное ведение концерта. Всем, кто принимал участие в этом фестивале. И дальнейших успехов, процветания, ура! Руководитель ансамбля народного танца Хасан Джоев. Этот коллектив самобытный, значит, руководитель этого коллектива ставит перед ним такую задачу, что, чтобы не то, что осетинские народные танцы танцевать, но танцы всего Северного Кавказа. У нас обычаи и традиции, обряды, значит, на всех этих мероприятиях не то, что наши народные танцы показываем, но мы показываем все виды танцев народа Северного Кавказа. Что можете сказать о 10-м международном? Он юбилейный, это во-первых. А во-вторых, юбилейный – это не значит, надо останавливаться на этом, надо двигаться вперед. Совершенно неожиданно, что в Подмосковье приехало такое количество конкурсантов, обычно все стремятся себя показать где-то за границей, заодно что-то посмотреть, и так радует, что руководители коллективов теперь понимают сегодняшнюю насущность того, что нашим детям необходимо знать все о своей родине. Потому что наши дети очень хорошо знают Черногорию, очень хорошо знают Турцию, но совершенно не знают города в Подмосковье. А у нас есть что посмотреть. У нас свои горнолыжные курорты есть. У нас есть оздоровительные комплексы, такие как Левково нас приняло. У нас есть потрясающие деревни и села с уже великолепной инфраструктурой и театральной, и спортивной, и с бассейнами, с любыми предложениями для детей и юношества. Мало того, наш конкурс отличается от многих, что у нас нет ограничений по возрасту. От 3 лет до 80 лет принимают участие в нашем конкурсе участники со всех областей нашей Родины. И вы знаете, конечно, Морисоль предлагает поехать и в Черногорию, и в Тунис, и во Францию. Но я лично призываю всех вас вспомнить и душой, и сердцем, а те, кто ее не знает, нашу Родину, открыть свою любовь для огромной России. Поедемте в Вологду, во Владимир, в Псков, в Выборг, объедем все. И в Смоленск. И в Смоленск. Обязательно поедем к нашему видеоинженеру Ирине. Обязательно. Поэтому почему останавливаться только на ближайших городах? А Камчатка? А Сахалин? А Салехард? Урал? А Кавказ? Мы туда приглашены, обязательно туда прилетим. Только надо всем вместе собраться. А вот. Говорить, мы вас ждем. Мы ждем от души с нашей Ксюшей, которая и заслуженная артистка еще. Народная. Южная Осетия. Народная. Вот. Так что... Будет очень интересно. Да. Уделяйте внимание своим детям. И я уже говорила и хочу повториться. Низкий поклон всем тем педагогам и всем тем руководителям, которые нашли в себе силы, желание, сердечность, открытость душевности, строгости, да, потому что да. По-другому нельзя, чтобы привлечь самую сложную категорию подростков в искусство. Тем самым они отвлекают их от всех ненужных, нехороших мыслей. Поэтому все к нам в Морисоль.
Ура! Оксана Сташенко, всегда с вами. Ну вот и закончился наш 10-й фестиваль, международный фестиваль искусств «Море Соль». Очень грустно расставаться с такими прекрасными коллективами. Приглашаю всех на международный фестиваль искусств «Море Соль» в Черногорию, который пройдет в июне с 12 числа по 19. Это фестивальная неделя. Отдыхать можно кто сколько захочет. От 8 до 14 дней. В этом году мы снизили цену. Стало 740 евро на 2 недели, 585 евро на человека на 8 дней и 645 евро на 10 дней. Сюда входит авиаперелет Москва-Тивот, Москва-Чарт, чартерным рейсом, трехразовое питание, шведский стол, прекрасное питание, чистое, экологическое и очень полезное. Входит сюда программа целая неделя фестивальная с вами и с вашими детьми. И с участниками фестиваля работают известные, заслуженные люди в области культуры и искусства. Мы приглашаем всегда известных артистов, людей, которые понимают и ценят творчество, понимают хореографию, вокал. Это специалисты Московского государственного университета культуры и искусств. Мы приглашаем хореографов известных со всего мира, художников. Мы приглашаем режиссера Ирину Привалову, нашу обязательно. Да, она проводит у нас мастер-класс. Вот, и все очень довольны. Я тоже пытаюсь научиться по ее мастер-классу, как правильно держаться, как на сцене, как правильно фотографироваться, как не комплексовать. Она у нас такая умничка, мы очень ценим ее тоже участие в нашем фестивале. Друзья мои, приглашаю вас на наши фестивали. Я прошу вас приглашать своих друзей и друзей ваших друзей. Приезжайте к нам, нам будет очень интересно, весело вместе. Но давайте отдохнем когда-нибудь на берегу или Черного моря, или Адриатического моря. Давайте вместе соберемся большой дружной семьей.